утро всем! Доброе утро! А мы с мальчишками уже в машине, быстро одевались, кушали, собирались и едем в Санта-Фе, потому что у меня там мой парикмахер, к которому постоянно езжу. И вот у меня назначено сегодня, на другой день не было аппоинтментов, поэтому сегодня вот мы с мальчишками выезжаем в Санта-Фе. Увидимся позже. Ой, какие шары летят, так близко! Классные, красивые! Вау-вау-вау! Один садится там уже. Тут большой прям здесь. И я вижу большой шар. Да, там кто-то сидит. Может и дядя, может и тетя. А тот уже приземлился, похоже. Все, пока-пока, шарик! Вот он второй! Пока-пока! И вот еще один прямо перед нами! Вау! Ну классно, просто супер! Такие шары, они где-то здесь садятся, поэтому... Так, сейчас подъезжаем к школе, здесь мигает, нужно помедленнее. Очень медленно ехать, очень медленно, 20 миль в час, потому что мигает. Школьники со школы возвращаются, проходят дорогу. Надо здесь очень медленно ехать. Вот он такой близко, шар. Обалденно. Класс. Вот я уже подъехала, деток я оставила у их дяди, в этом спасибо, потому что сегодня некому за ними присмотреть, муж на работе, вот поэтому все, я на месте и сейчас будем наводить красоту. А, забыла, хотела еще сказать, что в это воскресенье, 16 декабря, кстати, сегодня 11 декабря, буквально через несколько дней у нас намечается поездка в Лас-Вегас. Там мы встретимся с нашей невесткой, с женой моего брата, Кристиной. Привет, Кристина, если смотришь. И там мы проведем буквально 3 денечка, погуляем по Вегасу. Мы очень рады и ждем не дождемся, как поедем. Даже мальчишки. Вегас, я хочу Вегас. В общем, они еще там ни разу, кстати, не были. Это будет первая поездка в Лас-Вегас мальчишек. Вот так вот. Вот это местечко. Офис. Лусеро. Эстетика Лусеро. Салон. И женщину, которая занимается этим, зовут Лусеро. Идем. Наконец-то, более 3 часов работали над моей шевелюрой, над волосами. И готово. Попозже я покажу подробнее. Вот. Ну, я сделала милирование, постриглась, сделала немножко больше лесенки, чтобы как бы освежить и облегчить волосы.
Ну, мне нравится. Мое. Милирование – это мое. Это мое. Делаю раз в полгода примерно. То есть дважды в год. И мне достаточно. Вот. К Вегасу. К Кристмасу. К Новому году. И к фотографиям и к всему остальному готово. Привет. 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 Как вас зовут? Я Алекс. И ты Алекс. А ты тоже Алекс, что ли? Нет, Карлос. Карлос перепутал, окей. Так, а сколько вам лет? Три и пять. Три с половиной, окей. Так, а как маму зовут? Дина. Молодец. Дина. А как папу зовут? Папа. Карлос? Окей. А как бабулю зовут? Зовут Ятаса. Молодец. А как деда зовут? Ятуя. Молодец. А как зовут маленькую бабулю? Зовут Тома. Good job. Это Тома. Good job. Good job. Ой, так. Рассказывай мне стишок про Мишку. Амику. Про Мишку Мика, рассказывай. Мика, а вовы. По лесу идет, тихо вовает, песенку пьет. Брук упала, тихо упала Мики. Короб. В лоб. Мика. Рассердился. Мика. Молодец, и ногой топ. Молодец. Еще будешь рассказывать стишок? Вот. Про Таню. Про Таню, давай рассказывай про Таню. Мать Таня, кука братит. Уронила. Ику мячик, ты не мать. Тише, Танечка. Не брать, не брать. Не зои, ики мячик, а поел, а водой. Достанем. Зайчик твой. Молодец, зайчик. Браво. Буду. Какой стих будешь рассказывать, Алекс? Про Таню. Про Таню? Давай. Наша Таня гулко плачет. О ней веку мальчик. Тише, Таненька, не плачь, не утонь. Вику мальчик, мы поедем и водой, а Таня мать и той. Good job. А про муху расскажешь? А. Давай. Муха, муха. Сокотука, поедете я и муха. Брюхо. Угу. Дальше. Да. Муха. Пупа. Да я. Пошла муха. Покажи мукой попу и денежку. Нашла. Пошла муха. Поняла. Кров. Нет, пошла. Да. Угу. Приходите. Муки, котик, я чаю выкусил.
Молодец. Я его не продаю. Фая. Окей, Фая. А вам нравится? Вы любите Крисмас? Крисмас. Но у меня и ёлки большие. Ёлки большие. И маленькие. И большие дочек идёт. Правильно, всё. Поворачивайтесь сюда. Алекс. Тоже. И вот там. Да. Ну что, спать идем тогда? Пойдемте туда спать, уже пора спать. Найт-найт. Пока-пока.